Офицер из Афганистана разыскивает свою первую любовь в Новосибирске со студенткой Татьяной. Они познакомились там в 80-х, когда он был курсантом военного училища. Помочь воссоединиться влюбленным взялись и наши коллеги. Подробности у Светланы Шуваевой. Екатерина Кузнецова – сотрудник благотворительного фонда. Она уверена, именно поэтому ей написал житель Афганистана. Умолял помочь разыскать первую любовь. «Ответьте, пожалуйста, прошу вас, я люблю ее». В 80-х Кайхан Насери учился в Новосибирске, в военном училище МВД, а его девушка, скорее всего, на художественно-графическом факультете пединститута. Если бы человек просто написал, я бы просто ему не поверила. Но он прислал свою фотографию, он прислал какие-то такие подробности, которые ну, действительно не придумаешь. Да? Я вижу, что он не бросает это свое дело. Да? Он много раз меня просил, много раз писал «пожалуйста». Избранницу звали Татьяна Пастухова. Село Кемирть, откуда она родом, по версии афганского поклонника, Екатерина трактует как Кемерово. История тронула сибиряков за сутки. Несколько десятков публикаций в соцсетях. Розыски романтической героини уже вышли за пределы Новосибирска. Эту женщину я попытался найти в соцсетях. Я нашел, предположительно, скорее всего, это она. В одноклассниках написал ей. Вот сейчас ждем ответа. Вот все-таки, если она откликнется, я думаю, мы с ней встретимся и как раз-таки узнаем, что за история произошла 30 лет назад. За 30 с лишним лет Татьяна могла сменить фамилию и переехать. В Институте искусств, так теперь называется худграф, не осталось преподавателей, которые работали в 80-е. Вот эти гипсовые скульптуры – единственное, что сохранилось неизменным с 80-х годов в здании бывшего худграфа. Если Татьяна Пастухова все-таки здесь училась, то она наверняка каждый день ходила мимо статуи вот этого Аполлона. Однако романтическая история выглядит правдоподобно. ПЕД и военное училище всегда дружили. Не просто дружили. У нас институт невест, у них институт мужей. Так что не сказать, что братья и сестры, а как тут лучше сказать, взаимосвязаны были институты. Да, дружба у нас испокон веков. Закон о защите персональных данных осложняет поиски. Возможно, бывшие сокурсники вспомнят смуглого курсанта, его возлюбленную и помогут через 30 лет закончить эту историю хэппи-эндом. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск.